1 сентября я еще делала домашние дела, а 2 сентября у меня начались адские боли, и нога у меня отнялась левая. 2021 год стал для Анастасии настоящей проверкой на прочность. Долгое время ее мучили адские боли в спине. Дома, в Хабарах, девушку лечили, но ни капельницы, ни уколы не помогали. Отправили на консультацию в диагностический, где после МРТ обнаружили межпозвоночную грыжу. Выйдя из кабинета, я упала, легла на диван. Ноги Анастасии не слушались, девушку парализовало. Из диагностического ее забрали в больницу скорой медицинской помощи, где врачи в экстренном порядке сделали операцию. Провели ряд обследований, необходимых для оперативного лечения. Провели операцию, удаление грыжи диска L5, S1 промежутка. Установили имплант, межостистую динамическую фиксацию DIAM, которая позволяет именно обеспечить отсутствие рецидива грыжи диска. Когда я отошла от наркоза, я первым делом как почувствовала ногу, что ли, что у меня все хорошо, что у меня не болит нога. Это было самое главное для меня. Что он вернул меня к полноценной, к той жизни, которой я была ранее. В год с такой проблемой, как у Анастасии, сталкиваются более 100 жителей края. Большинство проходит через операцию. Но врачи советуют, до этого лучше не доводить. Чаще плавать в бассейнах, висеть на турниках и заниматься именно физической культурой. Тем временем Анастасия почти восстановилась после операции и готовится к выписке. Домашние уже заждались, да и она рвется жить прежней жизнью. Семья – это… У меня есть муж. Сын 16 лет. Они меня поддерживали. Сейчас у меня ничего не болит. Я полноценный человек, каким являлась до болезни. Все у меня хорошо. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.